куда вас не перебросили? Так в этой деревушке? Так будем пока здесь. Крыша едет уже. Это, сегодня к нам поехал. Полкан, короче. Сказал, типа, нихуя, никто домой не поедет. Залупанный воротник, нахуй, пока вся эта хрень не кончится, нахуй. Ну, понятно, ебать, нахуй. И это, второй, третий батальон, который в Коврове сидит, нахуй, их домой, нахуй, распускают. Их даже менять не хотят, например, нас, нахуй. Ебать, нахуй. Ну, ты самой, ну, ты же говорил, в Херсонской. В Харьковской. А, уже в Харьков? Ну, а чё хоть за деревушка-то? Или нельзя? Бля, я хуй. Мы были сначала в Токаревке. Мы сейчас в другой деревне. Я тебе говорю, у нас, блядь, через, грубо говоря, блядь, 200-300 метров хохлы ебашут, сидят. Да у вас тоже остальный вопрос, вообще-то, пи***ь, за кого, нахуй, воюем? Вообще, чё воюем, блядь, для кого, нахуй? А тут он вообще ажиотаж, не знаю, может, у вас тоже просочился это, по всем каналам, по всем намастям. Ну, короче, это, хохлы обложили дом тоже, парни наши сдались. Ну все, вы же прям показали же, вы выходили же, все снято. 10 человек положили, и их, блядь, затылок всех, нахуй. Да и сейчас, где вот мы эту игру, мы стоим, вообще, блядь, не понимаем смысл то, что мы здесь. Здесь, по сути, работает только техника, блядь. Ну, одна артиллерия, ебать. Конечно, что-то, блядь, вот так изредка вот что-то бывает, нахуй. Вот, перебью, кругло с Антоном стояли, нахуй. Кругло тоже, как ты рассказывал, нахуй. Деревня вся брошена, блядь, нахуй. Живность гуляет сам по себе во дворах. Ну, жителей почти что нету, говорит. Тоже полные хаты, говорит, соленья, хуенья, блядь. Курятина, говорит, утятина, нахуй. На подножном корму, как говорится. Ну, я понял. Не надо ни сухпаев, ни хуя. У нас и нет, и нахуй не дают этих сухпаев, нахуй.